тот вечер Наталья с нетерпением ждала прихода молодого талантливого художника Константина Нестерова. Машуня, это ты? Наталья Риотова, 40 лет, владелица художественной галереи, разведена. Мам, привет! Мария Риотова, 21 год, дочь Натальи, студентка, не замужем. А ты почему не в институте? Ну, Лех все отменили, преподаватель заболел. А я не одна. Здравствуйте. Вот, пришел, как мы вчера договаривались. Готов выслушать ваш вердикт. Константин Нестеров, 26 лет, программист, не женат. Костя, я очень рада вас видеть, и ваши картины меня просто очаровали. Чего стоит один осенний блюз? Такая мягкая палитра, и эта женщина... Спасибо, но, вы знаете, я хочу забрать сегодня свои картины. Как забрать? А почему? Ну, мне еще надо немного над ними поработать. Ну, зачем? Впрочем, это ваше право. Только я умоляю вас, вы не переусердствуйте. Лучший враг хорошего. И обещайте мне, что вы сразу же вернете картины обратно. Обещаю. Я буду скучать без них. И без вас. Я провожу Костю. Какой неловкий. Мама, а ты не понимаешь, что ты выглядела сейчас смешно? Вырядилась, накрасилась, как на дискотеку. Вы меня очаровали. Я не понимаю, что тебе показалось смешным. Я не скрою, мне действительно понравился Костя, и я хочу понравиться ему. Мам, я просто хочу беречь тебя от опрометчивых шагов, чтобы тебе потом не было больно, чтобы ты не страдала. Мам, ну в твоем возрасте... Хватит! Сейчас ты опустишься до оскорблений. Мам... Спокойной ночи. Не обижайся. Ну, ты меня не так поняла. Мама, не обижайся. Моя жизнь перевернулась после встречи с Константином. Я впервые за много лет почувствовала себя снова женщиной. Женщиной, которая может влюбиться. Но мои чувства пугают меня. Что же в них такого страшного? Дело в том, что Константин – молодой и очень талантливый художник. И в его картинах есть какая-то тайна. Может быть, именно она притягивает меня. Но я чувствую, что все больше попадаю под власть обаяния этого человека. Так вы любите его картины или его самого? Я даже не знаю, как сказать. Константина к нам в дом привела моя дочь, Маша. Мам, выбираешь работу на выставку? Вот это ты собираешься выставлять? Ой, все какая-то серятина. Ты что, добить меня решила? Я и сама вижу, что ничего стоящего. Прям хоть от выставки отказывайся. Мама, я тебе сейчас настоящее искусство покажу, не то что эти поделки. Ты должна посмотреть на работы Кости. Константин! Ты что, с ума сошла? Не предупредила, не подготовила? Здравствуйте. Я не хотел, но Мария очень настаивала. Костя, да не надо оправдываться. Мам, я еле уговорила его подняться на минутку, поздороваться, оставить свои работы, чтобы ты могла их спокойно посмотреть. Вот они. А, мне пора, я очень опаздываю. Да, Костя, я вам позвоню. Всего хорошего. Странный какой. Ну, давай посмотрим. Понравились, говоришь? Ну как, талант? Я просто глазам своим не верю. Талант. Да еще какой. Я знала, что ты так скажешь. Маша рассказала, что случайно увидела Костю в парке. Он там продавал свои картины. Но у меня создалось впечатление, что он мой тайный поклонник. И он решил через дочь таким образом познакомиться со мной. Странное предположение. Вы не видели его картину «Осенний блюз». Она написана с таким чувством, с любовью. И я уверена, что женщина, изображенная на этой картине, я. Может быть, тогда встреча с Константином действительно ваша судьба?
Дело в том, что Костя младше меня на 14 лет. Он почти ровесник моей дочери. И она решила, что у меня помрачение рассудка. Она считает, что я все себе нафантазировала насчет Кости, ну и пытается меня оградить от разочарования. Ну, в какой-то степени вашу дочь можно понять. Она волнуется за вас. Вы всего несколько раз встречались с человеком и уже говорите о сильных чувствах. Да я понимаю, что это слишком мало для того, чтобы влюбиться. Но его картины, они сами говорят за своего автора. У меня ощущение, как будто я знала его всю жизнь. Ну, в конце концов, вы сами можете понять и решить, кто должен быть рядом с вами. Разница в возрасте здесь не важна. Необходимо вам хорошо разобраться, кого вы любите, художника или его картины. Обдумав слова Бориса Ефимовича, Наталья решила познакомиться с Константином поближе. Костя, здравствуй, это Наташа. Здравствуйте, Наталья Владимировна, я вас узнал. Ну, можно просто Наташа. Ну, я приглашаю тебя на день рождения. В эту субботу в 5 часов к нам домой. Ну, наверное, это не совсем удобно, у вас свои гости. Я решила отмечать этот день рождения только с теми людьми, кто мне по-настоящему приятен. Так что будем встречать узким кругом, только вы, я и Маша. Ну хорошо, тогда до субботы, Наталья. Наташ. До свидания. Наступила суббота. Здравствуйте. С днем рождения, это вам. Вы просто шикарно выглядите сегодня, Наталья Владимировна. Ну, для вас я просто Наташа. Спасибо. Надеюсь, вам понравится мой подарок. Откуда вы узнали, что это мои любимые духи? Случайно угадал. Ну, мне кажется, такой женщине, как вы, подойдет именно этот аромат. И цветы. Так красиво со вкусом составлен букет. Мне трудно угодить. Кость, вы меня все больше приятно удивляете. Ну, правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всем, даже в мелочах. Проходите. Костя, вы нам рассказали о работе, об учебе. И ни слова о своей семье. Вы давно живете в нашем городе? Всю жизнь. И институт здесь закончил. Живу в коммуналке. Ну, от бабушки я остался в наследство. А родителей... Сейчас. На 2 минутки. Деловой звонок. Удивительно. Глядя на Костины работы, я бы сказала, что их писал человек, живущий вдалеке от города, от этой постоянной суеты. Ну, может быть, у него фантазия просто хорошо работает. Ты ничего не понимаешь в живописи. Хотя, если бы я увидела Костины пейзажи и не знала, кто автор, я бы сказала, что их написал художник, зрелый и с большим непростым жизненным опытом за плечами. Простите, пожалуйста, с работы позвонили, там сотрудник заболел, надо подменить. Ну, как же так? Но мы же должны были с вами обсудить, как будет выглядеть ваш буклет и что мы напишем в биографии. Ну, давайте на днях встретимся и все это обсудим. Да, мам, ты заверни Косте пару кусочков торта, а то он даже не попробовал, а ты так старалась, стол накрывала. Да, конечно. Я пойду. А что это ты о нем заботишься так? А что, нельзя? Владелица художественной галереи Наталья Реутова влюбилась в молодого начинающего художника Константина, с которым ее познакомила дочь Мария. Наталью восхитили картины Константина. Она была уверена, что Костя ее тайный поклонник, а на одной из его картин изображена именно она. Мария попыталась убедить мать в том, что Костя ей не пара и годится в сыновья.
Наталья проигнорировала недовольство дочери и пригласила Константина на свой день рождения. Она надеялась окончательно выяснить, как он к ней относится. Спасибо большое. Костя, у вас такая звучная фамилия Нестеров. А свои работы вы подписываете как-то неразборчиво, ну, будто боитесь признаться в авторстве. Ну, вы знаете, я просто привык так подписываться. А вы, случайно, не родственник Михаилу Нестерову? А, нет, к сожалению, среди моих предков художников не было. То есть вы самородок. Удивительно, правда, Маша? Да, это редкость в творческой среде. Вот у меня отец был талантливым художником, а мне от него ничего не передалось. Ну и слава богу. Костя, я хотела давно вас спросить, а кто изображен на картине «Осенний блюз»? Ну, это что-то вроде моей мечты, короче, идеал женщины. Мам, наверное, Костя, уже пора, успеешь ему все вопросы задать, да? Да, извините. До свидания. Я позвоню вам. Да, спасибо за вечер и еще раз с днем рождения. Ага. А ты-то куда? А я к Светке Беловой забегу на минутку. Забыла тебе сказать, извини. Мама, почему ты пресекаешь любые разговоры о папе, а? Неужели у тебя не осталось ни капли любви к нему? Мне вот интересно знать, что с ним случилось, как сложилась его судьба. А мне, например, совершенно неинтересно. И зачем ты при Косте о нем упомянула? Ни ему, ни мне это не было приятно. Мама, ты живешь в каком-то придуманном мире. Придумал себе какой-то подтекст в отношениях с Костей. Ты просто влюбилась в его картины. Они, конечно, классные, ничего не скажешь. Но все свои чувства к нему ты нафантазировала. Ну, фантазии это или нет, я сама решу. На следующий день Наталья решила договориться с Константином о встрече, чтобы прояснить все детали, касающиеся выставки. Костя, здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Нам завтра с вами вечером нужно встретиться. Я буду вас ждать в 5 часов около выставочного зала. Нам о многом нужно поговорить. Алло, почему вы молчите? Вы разговаривать не можете? Да нет, все в порядке. Хорошо, я приду. Всего доброго. До завтра. Ты куда собираешься? Мам, как хорошо, что ты пришла. Уже целый час не могу решить, что мне надеть. По-моему, так хорошо, да? Хорошо. А у тебя что, свидание? Ну, что-то вроде того. Я иду к Косте брать уроки живописи. Что? А почему нет? А я все-таки дочь художника. Может быть, у меня что-нибудь получится. А с Костей мы очень подружились. И он с радостью согласился мне помочь. Помоги, пожалуйста. А сережки можно твои возьму? Возьми. Только я не понимаю, а почему ты так наряжаешься? Если это не свидание, а просто дружеская встреча. А как знать, мам? Может быть, эта дружеская встреча перерастет в нечто большее. Ты что, мне назло это делаешь? Ой, мам. Нет, я шучу. А ты не подумала, что твои шутки мне неприятны? Я вообще не хочу, чтобы ты с Костей встречалась. У вас нет с ним ничего общего. Мы с ним одинаково любим искусство, одинаково чувствуем мир. Мам, не встречаться – это глупо. Ты что ж, будешь его теперь ко всем девушкам ревновать, да? А ты знаешь о том, что он свободный человек? Он может выбирать, с кем ему встречаться и кого ему любить. И я, между прочим, с ним познакомилась раньше. Подожди, мы с тобой не договорили. Так он что, тебе тоже нравится? Я в отчаянии. Думала, что дочь поймет, насколько серьезны мои чувства к Константину. Поддержит как-то. А что Константин своим поведением как-то дал вам понять, что вы ему нравитесь? А подарок? Мой бывший муж, очень талантливый художник, я его безумно любила, дарил мне именно такие духи. И вдруг, спустя столько лет, появляется мужчина, тоже художник. Ну, это просто мистика какая-то. Расскажите, пожалуйста, почему вы расстались со своим мужем? Максим начал пить. Он катился по наклонной плоскости, его уже остановить ничто не могло. А я была беременна. Да, мало кто может выдержать пьянство мужа. Ну, а последней каплей стало то, что он
украл и пропил все деньги, которые я откладывала, готовясь к родам. Ну, я собрала все его вещи и выставила за порог. Он звонил, просил прощения, а потом пропал. И после этого ни разу вы не встречались? Нет, его признали безвестно отсутствующим и расторгли наш брак. Вот. А я с тех пор зареклась заводить романы с художниками, ну, хотя и многим нравилось. А Константин, он ведь тоже художник? Костя светлый. Он меня просто обезоруживает своей скромностью, застенчивостью. Да, ситуация у вас непростая. Но то, что вы мне рассказали о Константине, не говорит о том, что он вас любит. Может быть, слишком рано вы стали строить планы на будущее? Перед встречей с Константином Наталья решила забежать домой, чтобы поговорить с дочерью. Мама, ты... Я тебе объясню. Да что объяснять-то? И так все ясно. Мам, прости, мы должны были тебе давно уже признаться. Больше врать уже нельзя, все зашло слишком далеко. Признаться в чем? Глупо так получилось. Это я все придумала. Костя, он никакой не художник. Он просто взял картину у соседа по квартире, чтобы произвести на тебя впечатление. Зачем? Мы уже несколько месяцев встречаемся и любим друг друга. Да, и хотим пожениться. Я не понимаю, а для чего нужно было устраивать весь этот спектакль? Это же издевательство! Оставьте меня, я не хочу вас видеть. Весь вечер Наталья проплакала у себя в комнате. Мам, к тебе можно? Мам, ну сколько можно переживать, а? Ну мы же извинились, все тебе объяснили. Я не думала, что так получится. Мам, ну неужели на Косте свет клином сошелся? В порядке, Машенька, я не на тебя злюсь, я на себя. Я думала, что влюбилась в Костю, а влюбилась в картину совершенно незнакомого мне человека. Это просто так глупо. Мам, слушай, ну если в этом дело, так давай мы тебя с автором познакомим. Давай тебя познакомим с соседом Кости. Боже упаси! Хватит мне с меня еще вот этого безумства. Знаешь, мам, ты все-таки подумай. Тебе выставку нужно организовывать? Нужно. Ну, а эти картины должен видеть зритель, а? Обдумав слова дочери, Наталья все-таки решила познакомиться с настоящим автором картин и назначила ему через Константина встречу. Маша, ну и где этот твой хваленый сосед? Я уже 40 минут его жду. Ой, я не знаю, я ему все объяснила. Вообще, Костя мне недавно звонил, сказал, что он уже вышел 1,5 часа назад. Если гора не идет к Магомету. Ну, диктуй его адрес. Я там на месте его подожду. Ты меня знаешь, что если я решила познакомиться... Никуда он от меня не денется. На улице Свободы, дом 12, квартира 8. Наташа, здрасте. А Маша мне позвонила, сказала, что Максим Иванович к вам на встречу не пришел. Вы знаете, он как ушел к вам, так до сих пор и не вернулся. Максим Иванович? Так звали моего мужа, художника. Это просто невероятно. Этого не может быть. Вы что, снова меня разыгрываете? Ну, это же жестоко. Я проговорился. Ну... Понимаете, Маша боялась, что если вы узнаете, что мой сосед – это ее отец, то вы не захотите с ним встречаться. То есть вы это все специально подстроили? Ну, простите, что так получилось. Вы понимаете, Маша очень хотела вас помирить.
А Максим Иванович очень боялся встречаться с вами. Ну, давайте поднимемся и подождем его. Он же не может вечно по городу слоняться. Я вам картины его покажу, которых вы еще не видели. Нет, спасибо. Я лучше домой пойду. Мне нужно побыть одной. Наталья Реутова влюбилась в молодого художника Константина, с которым ее познакомила дочь Мария. Наталья была уверена, что Костя ее тайный поклонник, и на одной из картин он изобразил ее. Мария пыталась убедить мать в том, что ее отношения с Костей невозможны из-за разницы в возрасте. А через несколько дней Наталья узнала, что Константин и Мария давно любят друг друга, и что на самом деле Костя не художник, а настоящий автор картин – его сосед по квартире. После долгих уговоров дочери Наталья согласилась познакомиться с таинственным художником, но на назначенную встречу он не пришел. А вскоре Наталья узнала, что этот художник – ее бывший муж Максим. Папа сам меня нашел. Несколько месяцев назад встретил около института. Рассказал о своей судьбе, картины показал. Мы с ним очень подружились. Только он очень боялся, что если ты узнаешь, то запретишь нам видеться. У него на квартире я с Костей познакомилась. Как ты могла так со мной поступить? Ты просто предательница! Мам. Мам, ну ведь ты же сама мне рассказывала, как он был хороший, как он был талантливый, пока он не пил. А сейчас он совсем не пьет, он рисует. Ты же видела как? Да ты понимаешь, что он променял нас на водку! Он столько лет слонялся неизвестно где! Ему до нас дела не было! И, кстати, сегодня он поступил как трус, не явился навстречу. Мам, да... Я же это все знаю прекрасно, что ты так к нему относишься. Поэтому у меня созрел тот дурацкий план, чтобы показать тебе его картины, чтобы ты их непредвзято посмотрела. И ты хочешь, чтобы я поверила, что он в этот план не был посвящен? Не был! Я хотела тебе рассказать на дне рождения про это. Так почему же ты не рассказала? Ну что он узнал, что мы брали его картины с Костей. Помнишь, тогда позвонил еще, когда мы чай пили? Он нам запретил говорить с тобой о его существовании. Ну, в общем, план был действительно неудачным. Я не вижу никакого смысла встречаться с твоим отцом. А я считаю, что вам нужно встретиться и поговорить. Мам, ведь он до сих пор тебя любит. Я просто не могу поверить. Мой бывший муж объявился. У него все в порядке. Он пишет прекрасные картины. Он общается с моей дочерью за моей спиной. И что же вы до сих пор не поговорили с бывшим мужем? Нет, я не могу. Я боюсь встречи с ним. Мне так тяжело было расстаться, забыть его и не вспоминать. Я даже дочери с детства запрещала расспрашивать об отце. А дочь вас не послушалась. Похоже, ей отец понравился. Только ведь для вас все равно, что она сейчас чувствует. Для вас главное – ваши чувства. Вы правы. С тех пор, как это все произошло, я поняла, что для меня очень мало значили чувства других людей. Не только чувства других, но и вы перестали понимать и свои. Очарованность картинами вы приняли за любовь. На самом деле вы все это время любили своего мужа. Может быть, стоит с ним встретиться и выслушать его, а потом уже делать выводы и принимать окончательное решение. Вернувшись от Бориса Ефимовича, Наталья не могла успокоиться. Мама, к тебе тут посетитель. Здравствуй. Здравствуй. Я пришел просить прощения за то, что не пришел вчера на встречу. Максим Иванович Нежданов, 50 лет, бывший муж Натальи. И за то, что разрушил нашу любовь много лет назад. Я просто не могу поверить, что это ты. Как же ты справился-то с собой? Много лет жил в глуши, в тайге, рисовал с утра до вечера. Пожалуй, этим и спасся. Полгода назад умерла мама, вот я приехал в город, похоронил ее. У нее в коммуналке осталась комната, сейчас там живу. Потом вас,
разыскала. Ты недавно только набрался смелости и подошел к Маше. Мам, мне нужно сказать тебе что-то очень важное. О маме. Садись. Слушай, ты меня пугаешь. С ней что-то случилось? Ничего с ней не случилось. Присядь. Просто мне кажется, что она до сих пор тебя любит. Она увидела твои картины, она поняла сразу, что их писал какой-то особенный человек. Она сразу в них влюбилась. Я понимаю, что тебе хочется, чтобы мы с мамой были вместе. Поэтому ты придумаешь вот эти разные истории. Но Наташа никогда не простит меня. Много боли я причинил ей. Баба, вам нужно встретиться и поговорить. Ты поймешь, что я права. Нет, я не могу. Не могу. Знаешь, по крайней мере сейчас. И перестань ты сводить нас. Она счастлива без меня. Я вообще-то пришел у тебя просить прощения. Я давно уже тебя простила. Просто не могла себе признаться. Наташ, я тебя давно любила и любить буду. Вот от меня подарок тебе. Это осенний блюз. Костя говорит, тебе картина эта нравится. Я ее писал, вспоминая тебя. Вот это тебе подарок. Ведь я уезжаю. Уезжаешь? А куда? Да, я уезжаю в тайгу. Просто там легче пишется. Да, у меня еще просьба тебе по поводу Кости. Я с ним соседствовал полгода. Это нормальный парень. Не препятствуй им с Машей. Это будет хорошая пара. Максим, подожди. Не уходи. Достаточно часто бывает в жизни так, что любовь жены к бывшему мужу, которого она выгнала из дома за пьянство, сохраняется на долгие годы. Но редчайший случай, когда семья восстанавливается через много лет. Так случилось и в жизни нашей героини Натальи. Ее любовь к мужу, как оказалось, никогда и не умирала. Да, была злость, обида на него, но любовь все это время жила глубоко внутри. Наталья сердцем почувствовала, что картина про нее. И именно ее любовь помогла забыть и боль, и обиду.